Ну вот такая вот неразглаженная у меня скатерочка с утра. Все как обычно, набегу, все быстро. Вот, ну мы сейчас буквально позавтракаем. Всех с Пасхой, Христос воскресе! Знаю, что будете смотреть чуть-чуть попозже, но в любом случае всех с праздником. И мы сейчас будем вот такие красивые яички пробовать. Вот это вот сделала мама, нам прислала на днях. Вот, а ну это наши, и вот это тоже нам мама прислала. Такие вот и куличики у нас. Папа, мама, дочь. Я решила себе тут немножко в ванне устроить подарок. Два таких сердечка у нас лежали. Хочу вот одно такое размочить сейчас. Мы приехали погулять на сквер. Здесь у нас два храма, и в обоих звонят колокола. Сейчас пасхальную неделю, можно приходить любому и вот так залазить на звонницу и изображать все, что вы хотите. Вот такая вот Пасха светлая. Христос воскресе! Воистину воскресе! А мы пойдем, наверное, по скверу прогуляемся, а потом, наверное, также на Вечный Огонь придем. Мы как-то приезжали уже сюда. Вот еще раз захотелось. Зайдем с вами в один из храмов. Красиво так. Я вышла из храма, скорее всего, вот сюда я приеду. В общем, я расскажу вам сейчас, зачем я заходила. Мне нужно было спросить про возможность исповедаться и причаститься здесь, потому что в нашем храме, куда вот мы обычно с Колей ходим, здесь, в Иркутске, там, к сожалению, на этой неделе исповеди и причастия будут только в среду утром. Я на секундочку снимаю. Сегодня у нас воскресенье. И у нас из-за вот графика Колиного и из-за того, что Авелина в 8 утра спит, и я должна быть еще с ней дома, мне нужно подстраиваться под то, чтобы исповедаться вечером. Где-то в 5 часов, если это бывает, то это очень неудобно, и на утро, где-то ближе к 11, если я приеду причаститься, мне это очень подходит. Нам это нужно для того, чтобы покрестить Авелину, сначала я, потом Коля, но Коля поедет в наш храм в среду, скорее всего, у него, он возьмет себе на работе выходной, подменится, и, собственно, наверное, у него проще, он на службе успеет счастливый постоять, а я вот бегом-бегом наскоками, у меня так получится, скорее всего. Вчера, накануне, у меня получилось исповедаться в нашем храме. Я в 10 часов приехала, исповедалась, но, к сожалению, в 2-3 ночи я не могу причаститься, потому что я должна быть дома с ребенком. Поэтому вот, исповеданная, но не причащенная, получается, вот так. Вот. А вот что говорят? Вообще, без проблем, такая приветливая женщина говорит: «Ой, приходите, мы рады будем. Батюшка у нас хороший, приходите каждый день в 5 часов исповедь, на следующий день с утра божественная литургия, также и причастие». Каждый день это у них. Вот, поэтому я прям обрадовалась, что у меня есть возможность, я, скорее всего, приеду сюда. Вот, и здесь все сделаю. Потому что мы очень давно не были в храме, и я, допустим, вчера была на исповеди, и мне было прямо вот... В общем, нельзя делать перерывы. Вот, ну слава богу, Авелина мне теперь дает возможность такую, чтобы я как-то наскоками хотя бы туда теперь бегала.
И это очень здорово. Мама у нас причастилась, исповедовалась, такая молодец, в праздник. Юля, кстати, со своей мамой тоже была в Саянске, и они все сделали. Вообще молодцы такие, я за них рада. Вот, а мы здесь будем как-то крутиться, вот так вот успевать. В общем, вот, покажу вам. Мы сейчас на сквере. У нас запустили фонтаны, видимо, вчера. Вчера было 1 мая. Кстати, всех с прошедшим праздником первомайским. Мир, труд, май. Вот, и у нас вот здесь фонтаны. Сейчас мы труд проезжали, там тоже на труде запустили фонтан. Ну вот, все готовится к 9 мая, к празднованию. Я думаю, уже флажки не висят. Да. Да, вот такая вот у нас красота в городе. Чистенько все везде. Они убирают, красят, в общем, облагораживают. Водичка чистая здесь. Пока чистая. Потом, конечно, она не такая становится. Она прям зеленая такая. А сейчас прям прозрачная, только налили. Такой вот у нас старенький фонтанчик. Вроде как его хотели обновлять. Я думаю, что скоро его обновят. Он у нас очень давно такой... такой формы здесь. Это гостиница «Ангара». Доча спит, пока Коля там обрабатывает свои фотографии. Я у него забрала коляску покатить. Для меня это все-то счастье покатать доченьку. В общем, мы уже в весеннем комбинезоне. Правда, мы еще там пледик вот синий накинули, потому что ветерок был. Сейчас вроде не такой уже, спокойно. Вот, но мы в весеннем комбинезоне, поэтому я еще плед поддеваю, потому что как-то погода непонятная. Да, никак вам не могу снять покупки на весну, выложить, уже скоро лето придет, а я покупки на весну еще не сняла. Уже давно Эвелина носит свой комбез, который я вам хочу показать. И шапку, кстати, одели ей новую. Первая или вторая? Ну, мне нравится какая там вторая или вот это, по-моему, мне понравилось, да. Да, Коля выкладывает фотографию. Главное, такие шапку сняли на фотографию. Я как раз, ну, переодевала шапку. Кстати, смотрите на меня. Я теперь в этой шапке. Потому что в этой теплее гораздо шапки. Я ношу с собой запасную шапку. Потому что это совсем тонкая. Но это, кстати, теплее. Ну, в принципе, ничего. Мне, кстати, Коля убрал отсюда эмблему. Мне теперь она больше нравится. Вот. А пальто я ношу. И плюс две кофты. Вот такая у нас погода. Май называется. Но завтра вроде обещают теплынь. Завтра будет хорошо. Коля увидел какие-то записи. Какие-то рисунки. Что за Кириченко, Алена? Нет. 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 Не знаю. Здесь была Кириченко? Просто одна фамильца. Ее дочь Ольга Кириченко, это известный церемонимейстер Иркутска. Ее дочь зовут по-другому. Не Алена. Слушайте, а как ее зовут? Сейчас вам вспомню и скажу. В Петербурге живет у нее дочка. Ой. Крутится на языке, забыл. Ладно. Мы гуляем дальше. Ну, здесь не так дует, потому что здесь деревья. Вот. В принципе, здесь нормально. Пойду коляску заберу. Опять он там что-то идет в телефоне. В телефоне, говорю, идешь, я у тебя коляску заберу. Нет. Покачу. А что? Сейчас, мне 5 секунд, я выкладываю ресурс. Ладно. У нас уже Коля въехал на работу в ночь. Я тут перемыла все игрушки пока. Доченька здесь посидела, дала мне возможность. Я посуду помыла, потом быстренько игрушки. Ну, правда, уже, конечно, домывала. Она просилась вовсю ко мне. Ну, все. Слава богу, я все это помыла, перемыла. Я уже давно просто мечтала это сделать. Все, теперь они сохнут у нас до завтра. И завтра будем играть уже ими. А еще я, кстати, помыла контейнер, который был под них специально. У меня там ванне сушится. Все, у нас остался один куличик. Здесь одна булочка. Мы съели 2 кулича. Сегодня такие вкусные были. Яички еще, конечно, есть. Идет передача. Нужно угадать, кто там в маске. Если честно, я так не смотрю, а так фоном.